У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто со множеством дверных звонков. Надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ожидавшая вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она взглянет на вас женскими или не женскими, но обязательно не молодыми и обязательно взволнованно оценивающими глазами. Кто? Почему? Зачем им это? Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательно. Сколько лет прошло, забывается все. Ленинградские дома, квартиры блокадников. Вообразите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке, старинном, летном, осколков стекла на глянце пианино, пятно ожог от буржуйки на блестящем паркете. А здесь паркет испорчен. Это мой муж в последнее время колол мебель, пока он не умер вот на этом вот диване, вот здесь. Дэн Александра Борисовна. Вот если посмотреть из окон, такой обзор у нас. Ипподром. Чуть налево, если высунуться из любого окна, Обуховская больница, а вправо газовый завод. В ту сторону нам можно было смотреть на Бадаевские склады. Пенкина Нина Вячеславовна. Мы встречали 42-й Новый год вот в этой квартире, уже совершенно замороженной. На этом месте стояла буржуйка. Вывод трубы от нас был вот в тот вентилятор. Видите желтое пятно? Его ничем не замазать, потому что здесь буржуйка стояла. Усова Лидия Сергеевна. Лидия Сергеевна и сейчас хранит черные занавески, за которыми прятала от самолетов свет своей коптилки. Говорит, не веря сама, но говорит, уничтожу их, война начнется. Бабич Майя Яновна вспоминает и показывает, блокаду мы остались с мамой вдвоем. В нашей квартире собрались ее приятельницы и сверху пришли. И в этой квартире, в одной комнате, которая была дальше всего от улицы, в глубине квартиры, все и сгрудились. Стекла были выбиты, и одно окно закрыли вот этим ковром. Турецкий ковер ручной работы. Потом матрас прислонили к одному окну. Осколки снарядов залетали в окна, застревали в стенах. Тут его, ленинградца, обстреливали, обрушили на него смерть, снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь стольких близких, соседей, здоровье потерял. А сейчас здесь же живет, как все, только со всех сторон окружен памятью. И в нем самом она, та память о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже надо помнить, а если спрашивают, рассказать. Сколько лет прошло, забывается все, но ничто не забыто. Эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат как уверенность и как надежда, просьба. Да, не забыто. Разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел, имел право? Да, все это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали. Они переносили ее изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые,
Имеем ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас они, ленинградцы?